Всем привет! Сегодня мы будем смотреть скетчбук, который я недавно закончила. Кстати, если что, мой ник читается Ферц Вайф. А так я просто Ферц. И давайте смотреть. И вот эта вот картинка была нарисована моей дорогой Алиной. Я очень люблю ее и оставлю ссылку на нее в описании. Посмотрите ее красивые картинки. Вот этот разворот неплохой, мне он нравится. Я купила себе новый брашпен и скетчила им сразу без карандаша. Получилось неплохо. Тут я рисовала темперы, и мне просто захотелось что-то сделать с такими вот цветами и вот этим вот красивым синим. И мне нравится, как получился этот разворот. Да, потом еще скотчи наклеила. Здесь я рисовала опять же свою дорогую прекрасную Алину, которую я очень-очень-очень люблю. Мы договорились на такой трейд с портретами. Она занятой человечек, поэтому я все еще жду свою часть. Вот это просто рандомная девочка с вишневыми сережками. Мне было супер приятно ее рисовать. И я просто, так сказать, расслаблялась на этом развороте. Этот разворот 7 из 10. Вот этот скетч я сделала, и мне было супер лень его красить. Я не хотела вообще этого делать. Потом я быстренько раскрасила его мелками и так и оставила. Здесь я покупала как-то наклеечки такие с японской тематикой, захотела тоже нарисовать что-нибудь японское. В принципе, получилось неплохо, но одна маленькая деталь, точнее, много маленьких деталей, вот этих вот, они сильно раздробили все, и получилось, что сложно воспринимать эту картинку официально. Ну и, короче, вот, пацаны, знаете, что здесь началось? Артблок. Мне вообще было очень тяжело рисовать. Я пыталась делать что-то с референсами, что-то там придумывать, но получалось, в общем, какая-то параша. У меня рука здесь ужасная, сломанная. Я вообще посмотрела, ужаснулась. Хорошо, что у нее красивое лицо и татуха на спине. Единственное, что спасает. И вот, а вот это мне рисовал товарищ Вильям. Это мой персонаж Трей. Если вы смотрели прошлые обзоры, то вы знаете, кто это. Обожаю Вилли мои рисунки, и на него тоже ссылочку оставлю, тоже можете дать ему много-много любви. Обожаю гулять с Вилли. Братуха, скучаю. Вот это вот просто какие-то скетчи. Мальчик обаятельный цыган позолотит вам ручку, украдет у вас почку. Трей, Миша и тыковка. Ну, еще куча скотчей, потому что мне резала глаза вот это вот белое пространство и то, что осталось очень много пространства здесь. Разворотец. Сушеная гортензия. Это опять Трей. Это мне рисовал, кстати, Артем. Вот это моя соседка Настя. А еще была, по-моему, тогда ночь купала, и я нарисовала вот такую вот девушку с красивым венком. Ей руку немножко примяла сисей. Прости. Но, в принципе, получилось неплохо. В общем, нормально. Смотреть можно. И это такой тонкий намек, чтобы вы посмотрели Мегалобокс. Это отличный тайтл. И мне очень понравился он. И да, да, супер. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это Джо. Я его обожаю. Он харизматичный, классный персонаж. Мне еще мелками тут повыделяла, она все отпечаталась, но мне так все равно. Поэтому я так и оставила этот разворот. Вот тут мне вот эта наклейка от сковородки, супер маленькой сковородки, напомнила про Тоттера. Поэтому я нарисовала вот этих вот штучек. Я не знаю, как это называется, маленькие Тоттера. И еще наскетчила здесь мелками разные яркие штуки. У меня вот есть 4 классных ярких мелка, и я постоянно им теперь все мажу, потому что они супер мягкие и приятные, и вообще супер классные ими что-то раскрашивать так по быструхе. О, ну тут комикс на песню Григория Полухутенко, надеюсь, я правильно это сказала, «Все сгорает». Мне очень нравится эта песня, и я решила визуализировать припев, точнее то, как я его вижу. Когда он поет «Выпей всю кровь», мне кажется, что он поет про вино. Это стадики фломастерами из Tokyo Fashion. И это
может стать целой зависимостью, потому что их очень классно делать, и я вот еле остановилась на одной странице развороте, потому что мне хотелось сделать еще. Но я думаю, я потом этим тоже как-нибудь займусь, и рисование фломиками — это приятно. Вообще супер, 10 из 10, всем рекомендую. Господи. Вот разворот арт-блочный. Он очень простой, я решила ограничиться, опять же, двумя полярными цветами. Наклеила тут билетиков каких-то, какая-то летающая голова непонятная, вот тут рука оторванная, жопа. И все. Вот разворот какой-то, ну, никакой. Вот это вот я уже начала, так сказать, с колен вставать. Как-то сидела, тупо наляпала себе кучу палитр, назвала их прикольненько, думаю, дай-ка я сделаю себе челлендж. И мне, наверное, нравится из всех этих картинок больше всего вот седьмая. Она супер, мне очень нравится эта миленькая девочка. Первая ничего такая, ну и шестая. Хотя всем почему-то нравится восьмая, но я ее делала вообще левой пяткой, как всегда, короче. И вот вы можете тоже взять себе вот эти палитры на челлендж и тегнуть меня. Я бы хотела увидеть, как вы используете эту палитру. Можно включать белый или изменять тон, но не цвет. И еще последняя картинка, десятая, не поместилась, она вот тут. Ну и какой-то скотч, я еще потом там гуашью наляпала. Эта картинка, вот эта вот, это Утаси, если вы знаете такую художницу. Она еще классно бьет татухи. У нее был в инсте челлендж Draw in Your Style. И я нарисовала вот такую вот интерпретацию ее классной картинки. Можете тоже поучаствовать. Мне понравилось, прям супер. Я избегаю черного лайна, потому что мне кажется, что черный очень грубый. Но я все-таки такая думаю, я же могу уже нормально с этим работать, поэтому так и сделала. И еще один Drawing New Style, это для Нины Бэмби. Я думаю, вы тоже знаете эту художницу. Если нет, то я, наверное, всех, кого упомянула, оставлю ссылочки на них в описании, посмотрите сами. И вот я так смотрю, блин, сделают этот классный челлендж, типа нарисуй в своем стиле, вот это вот так супер. И я нарисовала свою картинку, этот челлендж, вот эту вот, с симпатичным, сгорелым, молодым человеком. И все внезапно начали ее рисовать. Мне было очень-очень-очень-очень приятно, что всем понравилась эта картинка настолько, что они решили рендравнуть ее в своем стиле, и это было супер. Я была счастлива. И мне до сих пор ее рисуют, и это просто согревает мне сердечко. Ну, вот и последняя страница с Meet the Artist. Это я. Фух. Это я. У меня шрамы на руке. Так. Триггер ворнинг, если вы не любите шрамы, то пропускайте где-то на минуту, вот они уже появились. Я решила этим летом не прятать их и перестать их вообще прятать. Для меня это было тяжело. Единственное, что летом очень жарко, а носить летом длинный рукав очень сложно. И я все-таки забила, поняла, что... Я-то своих шрамов, я к ним нормально отношусь, но к ним ненормально могут относиться люди, которые меня не знают или которые не понимают. Поэтому дело даже не в шрамах, а в том, как их воспринимают окружающие. Но я забила и хожу не прячу, и я могу сказать, что всем все равно. Даже если кто-то их замечает, особо любопытные и бестактные могут вас спросить, но... Всем реально все равно, поэтому, если вы видите кого-то с шрамами, не спрашивайте их, если вы их не знаете, и не судите их только из-за этого, потому что у всех могут быть разные обстоятельства, и аутоагрессия это может проявляться от совершенно разных просто вещей. Это может быть и зависимость от аутоагрессии, и вот депрессуха. Все вот это вот, вот, не судите людей из-за их шрамов, это неправильно и не круто. Ну вот, короче, я посмелела, забила на это, приняла это как часть себя и больше этого не стесняюсь. Если вам некомфортно от этого, то сори. Вот, в общем, такой вот скетчбук.
И все. Он был очень коротенький, маленький и самодельный. Мне очень понравилось его заполнять. Супер-дупер класс. Так. А теперь у меня вот этот скетчбук Лафель с гладкой кремовой бумагой, но то, что внутри, я вам не покажу. Я покажу вам вместо этого картинки, которые я еще рисовала на отдельно вне скетчбука. Я обычно их вот так вот, чтобы они не терялись никуда, вкладываю в скетчбук. Вот эта вот картиночка такая лайтовая. И вот, в принципе, и все. Так, что я хотела показать? Ах, да, у меня есть буквально вот чуть-чуть открыток. Их всего осталось 10 штук. И если вы хотите открыточку, напишите мне в LS-сообщество в ВК или еще куда-нибудь. И у меня еще остались буквально вот 4 штуки таких принтов на хорошей плотной бумажке. Так что, если вы хотите, знаете, что делать. А еще я делала брошки, пины. Делала я их из пластики, потом красила и покрывала защитным лаком. И сейчас вот я их сейчас покажу, сейчас достану, подождите. Так, вот такая вот у меня осталась тарелочка. Типа. Еще у меня осталась шляпка с цветочками, такая чародейская. У меня еще осталось, так, вот такой вот цветочек, розочка. И веер японский. И вот такой вот маленький домик. Так что, если вы хотите, hit me up, как говорится, пишите в сообщество. Если вы хотите кусочек мерча, он еще осталось, его буквально чуть-чуть. И я бы была рада, если бы у него появился дом. Всем спасибо за просмотр. Всех очень люблю, целую. И до скорых встреч!